В этом видео за каждое пройденное задание рандомный школьник будет получать гемы. Но если он проиграет, то он теряет все. Искать участника я буду в онлайн-чате Рун, где вы можете очень быстро найти себе тиммейта для любой игры. Уже более 1 миллиона скачиваний и 4,5 звезд, что просто нереально. Это приложение полностью бесплатное и работает как на Android, так и на iOS. Короче, обязательно советую вам скачать это приложение, а ссылочку на скачивание вы сможете найти в описании под видео или в закрепленном комментарии. Алло, привет. Алло, привет. Будешь играть в Brawl Stars? Давай. Вот, я тебе скидываю ссылочку. Добавляйся ко мне в команду, сейчас будем играть. Ребята, всего лишь за 10 секунд я нашел себе нового тиммейта для игры в Brawl Stars. Вообще суперовый чатик. Если ты выполнишь задание, то я заплачу тебе 30 гемов. Если ты его проиграешь, то ты теряешь все. Согласен? Окей. А что так вздыхаешь? Я тебе серьезно заплачу 30 гемов. Короче, слушай, первое задание. Мы играем в Brawl Ball. И если мы выигрываем, ты получаешь 30 гемов. Если проигрываем, да. Все. Ты выбрал Шелли, да? Да. Ну что ж, начинаем играть, нажимай готово. Если ты боишься, что я взломаю тебе аккаунт или тому подобное, ты можешь создать совершенно новый аккаунт, я тебе начал на него гемы. Эй, ты что так умираешь? Меня интернет похуй. Я тебе выигрывать не буду. Давай, ну ты должен вытащить. А, ты хочешь, чтобы я забила гол? Чтоб ты забил. Я девочка. Блин, она выжила как-то. Не повезло, к сожалению. Эх, блин. И, ребята, первый участник сразу же проиграл. Ищем следующего. Кстати, ребята, в этом онлайн-чате Рун можно искать себе командников не только для игры в Brawl Stars, но еще для Among Us, Roblox, Call of Duty, PUBG и многих других игр. Если что, ссылочка на скачивание будет в описании. Привет. Привет, как дела? Ты белинки? Да, а ты меня знаешь? Да, я на тебя подписан. Круто, ну что ж, тебе повезло. Смотри, я тебе скидываю ссылочку на Brawl Stars команду. Заходи, я тебе все расскажу. Я на тебя подписан, я смотрел все видео, ставил лайки тоже. О, мне Карл выпал. Ничего не выпал, Рико, прикинь, два браузера выпал. Нифига! О, все, ты зашел. Ты проходишь одно задание, получаешь 30 гемов. Если ты выиграешь 30 гемов, потом ты можешь выиграть 80, потом 360 и так дальше. Да-да-да-да-да, и ты можешь дойти до самого-самого главного приза 2000. Смотри, мы играем с тобой захват кристалла. Если выигрываем, ты получаешь 30 гемов. 30 гемов? 30 гемов, просто так. Согласен. Все, погнали. А ты можешь в руме добавиться в друзья? Да, я тебя добавлю в друзья. Любой, кто вообще, любой мой подписчик может добавиться ко мне в друзья в руне и потом со мной общаться. Давай, давай. У нас почему-то чувак АФК. Давай, 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 давай. Yes, это то, что надо. Еще один гем. Да нет, ты сейчас умрешь. Ну ладно, я гем заберу и все. Все, нам продержалось 13 секунд, и ты выиграл 30 гемов. Никто не тронет его! Рина, я не туда улетел! Извини. Отходи, отходи, тебя убьют. Как говорится, надо спрятаться за собой в фитнес-бичке. Я его отбил, да. Все, мы сейчас выиграем точно. Тебе главное 5 секунд продержаться. 3, 2, ты сейчас 30 гемов получишь. Все, молодец, ты выиграл 30 гемов. И теперь у тебя есть выбор. Ты можешь забрать 30 гемов прямо сейчас, либо ты ставишь их на кон и можешь выиграть 80 гемов. Но если ты проиграешь, то ты теряешь все. Нет, лучше я заберу 30 гемов. Ты уверен? Я просто боюсь, потому что я могу в любой момент проиграть. Ну ты можешь выиграть почти в 3 раза больше, чем у тебя сейчас есть. С тобой смотрят все мои подписчики. Они надеются на то, что ты пойдешь дальше. Ладно, придется сыграть еще раз. Так, нет, подожди. Ты пошел дальше, сейчас другое задание. Сейчас мы играем в Brawl Ball. Нам нужно выиграть, и чтобы ты забил как минимум один гол. Минимум один гол? Что ж, погнали. Фух, на кону 80 гемов. Осторожно. Дай мяч. Не дам. Yes, я забил. Тебе нужно забить сейчас гол. Если я забью гол, ты проиграл. Мяч. Если она забьет, она дала тебе пас. Лови мяч, стой на пути у них. Все, ты проиграл. Я надо было на пути у них стоять. Блин, очень жаль. Ты мог забрать 30 гемов, но ты рискнул и проиграл. Игра была просто невероятной. Он рискнул на 80 гемов. И, блин, он мог выиграть, но кинул мяч не в ту сторону. Вообще не повезло. Добавляем его в друзья, теперь мы сможем с ним общаться. Кстати, ребята, кто хочет добавить меня в друзья, обязательно качайте это приложение и добавляйте меня по вот этому коду. Может, и в видео попадете. Как дела? Нормально. Что ж, я тебе кидаю ссылочку на Brawl Stars. Заходи, будем играть. Да. Первое задание, мы с тобой играем на кал. Будешь играть за Спраута? Да. Хорошо, ну что ж, погнали. Ого, они сильные, блин, мне надо ульта, чтобы до них дотянуться. Осторожно, у вас мало хп, вам надо отхилиться, слышите? Ага. Нашего тиммейта убили. Я ушел, я живу на последних хп. Меня обкружили все, да ну. Это невозможно, мы проиграли в ноль. Как мы будем выигрывать? У тебя есть какая-то... Ты его уже убил, как ты это сделал? Я иду, обхожу, она сама ничего не сделает. Все, отлично, 1-1. Если мы сейчас выиграем, ты заработаешь 30 евро. Да. Ну, умри. Ты второго убил? Еще одного. Добей его и все. Давай. Yes. Я тебя поздравляю, ты выиграл 30 гемов. A few moments later. Рискую. Рискуешь? Да. Классно. Даже не пришлось тебя заставлять. Хорошо, смотри. Но если ты проигрываешь, ты теряешь все. Согласен? Угу. Следующее задание — это захват кристалла. Мы должны выиграть и в конце
У тебя должно быть больше всего кристаллов собрано, понял? Угу. Ну что ж, погнали. Это будет интересно. Если тебя убьют, я заберу все твои гемы. Тебя убили. Фух, я отлетел. У нас в сумме сейчас 6 гемов. Розу сейчас убьют. Блин, я не убью. Все, игра закончена. У меня 6 гемов, у тебя один был, по-моему, да? Как ты себя чувствуешь? Нормально. Окей, Степа пишет нам, что он хочет познакомиться с Мироном и что он хочет сняться в следующем видео. То есть вы качаете приложение, играете в Brawl Stars, и вы на меня по-любому наткнетесь, потому что я уже несколько раз попадался на тех же людей, с которыми снимал прошлое видео. Интересно, вот кто-то додумается забрать гемы? Потому что, как по мне, все будут пытаться заработать все больше и больше, и в итоге все терять. Короче, посмотрим. Алло, привет. О, здорово. Окей, слушай, у меня из-за тебя стань. Давай. Если ты его проходишь, я дам тебе 30 гемов. Ну, бесплатные гемы, я не против. Смотри, мы играем сейчас с тобой в горячую зону. Если мы выиграем, ты получаешь 30 гемов. Ты можешь говорить мне, что делать. Я буду выполнять твои приказы. Угу. Давай. Все. Ты пишешь сильно. Ладно, я иду на следующую базу, да? Да, иди. Все, нормально, нормально. Мы держим две базы сейчас. Еще 5%, 4%, 3% держимся. Поздравляю, ты выиграл 30 гемов. Ты можешь забрать 30 гемов. Вот прямо сейчас. А если будет 80 гемов, то смотри. Какое сейчас будет событие? Это я тебе не скажу. То есть ты сначала выбираешь, ты продолжаешь, либо ты забираешь до 80 гемов, это в 3 раза больше. Да, 80 гемов. Смотри, мы сейчас будем играть в награду за поимку. Ой-ой-ой, сейчас будет как-то жестко. Мы должны, во-первых, что выиграть. Во-вторых, когда игра закончится, у тебя должно быть больше всего звездочек. Понял, давайте. Это будет очень интересно. Осторожно. О, у тебя 3 звезды. У тебя 4 звезды. Воу, вообще неплохо. У меня всего лишь 2. Но смотри, если ты умираешь, ты теряешь все звезды. Я себе не дам умереть. У тебя 5 звезд. Блин, как ты это делаешь? Ты сейчас 80 гемов выиграешь. Тебе главное подержаться. Если... Мы проиграли. Блин, мы так тащили. Сейчас последняя атака. Я не хочу проигрывать. У тебя 3 звезды. Ты пока что лучше всех. Нам надо Мортиса убить. Мортиса. Убили. У нас 44. У меня 3 звезды. У тебя 4 звезды. Лол, последние секунды. Есть. Последние секунды. У тебя 4 звезды. Мы еще и выиграли. Ты можешь забрать 80 гемов. Я, наверное, мне надо уже забирать. Либо ты можешь рискнуть и выиграть 170 гемов. 170 гемов? Если я сейчас выиграю, то я могу просто опять доктор Эдгара купить. Давай. Решай. Ну ладно, я рискну. Ты рискуешь? Okay. Хочу сразу сказать, что это плохой выбор, но ты уже его выбрал. Короче, мы с тобой сейчас играем в Brawl Ball, мы должны само собой выиграть, и ты должен забить 2 гола. И я в таких мыслях. На жопу. Короче, я должен рискнуть. Давай. У меня будет уже 200 гемов. Слушай, это реально не обман? Я бы не придумывал такие сложные правила. С каждым разом все сложнее, как ты мог заметить. Если бы это был обман, я бы тебе какую-то легкотню предлагал. У меня ноги трясутся. А вот любого человека, участника, тогда можно будет добавить? А, кстати, это я не уточнял. Добавлять. A few moments later. Ты потратил где-то 15 минут на подготовку. Посмотрим, или это будет оправдано. О, мячик у меня. Если мячик у меня, все, ты уже не можешь забить гол. Давайте убивайте его, я буду стоять пока на одном месте. Но смотри, если они выиграют, ты проиграл. Нифига ты какой там умный. Давайте убейте его. Но ты переживать начал. За 30 гемов тебе было все равно. Да, есть. Нет. Да. Отдай. Спасибо. Через 40 секунд игра закончится, и ты выиграл. Потому что ты забил один гол. Никто другой не забивал голы, понял? Ну да. Ты можешь просто протянуть. Ой, он идет, он сейчас забьет. Зачем ты прокатился? Ты не споймал мяч из-за этого. Давай, у тебя 20 секунд. Ты быстрее к нему так добил. Не спеши, если ты спешишь, ты проигрываешь. Ты забил? Как ты прошел вообще? Ух, ну красавчик, ладно, ты сейчас смотри, можешь забрать 170 гемов, либо же выиграть 360. Если рискуешь, то ты можешь все проиграть. Хотя бы один раз ты можешь мне сказать, что будет дальше? Нет. Ты выбираешь либо идти дальше, либо все. То есть в этом весь прикол, ты не знаешь, на что ты идешь. Все, наверное. Ладно, погнали еще раз. Еще раз? Ты уверен? Да. Что ж, следующее задание. Мы играем в столкновение, и ты должен занять первое место. А вот это мне теперь сейчас не понравилось. Я не буду тебе помогать. Если ты не помогать, не собираешься, говнюк такой. Нормально, контролируй эмоции, все хорошо. Я сейчас сожру свою руку, честно. Ты готов? Да, готов. Что ж, погнали. Сейчас ты можешь выиграть 360 гемов, 2000 рублей. Смотри, я нашел ящики. Спасибо. Хотя бы ты, Донечка, бошку могут не собирать. Не, я даже ящики не бью. Я говорю, на 100% то, что мы можем выиграть. Я знаю, что мы можем выиграть, но я не хочу выигрывать. Зачем мне терять 2000 рублей? Ну, это логично. Все, меня убили. Ты дальше сам. Осталось две команды, стоп. Если убьешь Эльприма, ты выиграл. Все, ты выиграл. Короче, слушай, сейчас ты можешь выиграть 950 гемов. Ну, я, наверное, все уже. У меня 360 хватит гемов. Все? Ты забираешь 360 гемов? Я вот приму участие, ты выбрашь другое событие. Я могу опять отказаться? Нет. Ты сейчас либо забираешь 360 гемов,
либо идешь дальше. Ты так себе так говоришь. Потом выманиваешь меня на гейм, украинский. Так смотри, ты только что, у тебя было 170 гемов, ты рисканул, чтобы получить 36. Да, я... А сейчас ты отказываешься рисковать в 3 раза больше? Ладно, я принимаю участие. Последний раз. Серьезно? Последний раз, да. Давай. Смотри, если ты проиграешь, ты теряешь все. Да, серьезно. Я серьезно говорю. Это последний раз. Я сейчас бред придумаю. Ты точно не пройдешь. У тебя сейчас выбор. Либо забрать 2000 рублей, либо потерять все. Ты выбираешь потерять все? Да. Я тебя пытался отговорить. Ты сам на это пошел. Давай. Следующее задание. Тебе нужно выиграть награду за поимку, столкновение, погрузка. Во все тебе нужно выиграть. Если ты проиграешь хоть в один, ты все теряешь. Что? Что с тобой? Я тебе говорил, ты только что мог забрать 360 гемов. Ты начинаешь все сильнее и сильнее, тут уже напряжение, давай. Конечно, сейчас уже 950 гемов, 6000 рублей. Давай уже нажимай кто. А, ты готов? Все, погнали. Фух, что делать? Какая стратегия? Говори мне, что делать. Я сразу не понял вашего прикола. Вы мне скажите, что? Я же говорил, проанализируй карту. Давай-то... Ты проиграл 360 гемов в самом начале. Просто так! Обидно, наверное, да? Конечно, да! Я бы сейчас так заорал. Каждый раз, что ты играл, нереальный был шанс проиграть. Тебе просто нереально повезло. Почему ты не забрал это? Это, конечно, психология. Что ж, я могу тебе как бонус задонатить 30 гемов. За то, что ты так хорошо участвовал. Прям до конца и шел. Но я не против. Либо же ты можешь рискнуть и выиграть 80. A few moments later. Либо ты можешь рискнуть и выиграть 80 гемов, но все потерять. Ну ладно, я попробую последний раз сыграть за 80. Если честно, это была шутка, ну ладно, давай, если ты хочешь рискнуть, давай рисканем. Мы сыграем с тобой сейчас в дуэль. Дуэль, Геннадий. Есть! Покажи, что ты можешь. Я обычно вопроса не собираюсь. Я тебе уже второй шанс дал, третьего не будет. Пока я тебя не убил, ты можешь отказаться и забрать 30 гемов. Если я тебя убью, то все уже поздно. 80 гемов, да, нормальненько ты сумма. Ты можешь сейчас отказаться от игры. Нет. Серьезно? Я не убил, я убегаю. Давай, убегай. Ох, ты шо, ты шо. Ничего. Да я че вижу, сколько у тебя хп. Ты че, этот, я не слепошар. Ой, ты сейчас проиграешь. Ох, 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 ох. Ох. Почему ты так смеешься, как-то странно. Изи, все. Что, больше шансов тебе никаких не дают, ты проиграл, все. Ладно, че ж. Ты проиграл, давай. Все. Блин, ребята, как я и говорил, просто интересно, сможет ли кто-то остановиться и забрать гем? Просто вначале он такой, идти на 80 гемов или нет? В итоге пошел, потом 170, 360, и, короче, понеслась, он уже не останавливался. Я уверен, что если бы он получил 950, он бы пошел на 2000. Ну что ж, ребята, сейчас будет последний участник, и я надеюсь, я искренне надеюсь, что он заберет гемы и не будет идти дальше. Алло, да. Что покушал? Мы сейчас играем с тобой в парное столкновение. Если мы занимаем третье, второе или первое место, ты получаешь 30 гемов. Если четвертое или пятое, ты проиграл. Ты, кстати, можешь говорить мне, что делать, куда идти. Меня убили, блин. Я здесь. Здесь, я тебя прикрываю. Ух, нам повезло. Смотри, еще рост убиваешь и все. Мы заняли первое место. Это не нужно было. Ну что ж, я тебя поздравляю, ты выиграл 30 гемов. И смотри, сейчас ты можешь продолжить игру. Я даю тебе следующее задание. Если ты проходишь его, ты получаешь 80 гемов. 30 хватает. Серьезно? Угу. Так это ж мало. Ты сейчас можешь выиграть в 3 раза больше. 80 гемов. Ну и что? Все равно. 500 рублей. Не хочешь? Нет. Что ж, я тебя поздравляю, ты не единственный, кто согласился забрать сразу же гемы. Наконец-таки я нашел. Сколько я играл, кстати, ребята, много игр не попало в видео, но все продолжали играть и постоянно проигрывали. A few moments later. Что ж, ребята, Мамаму нам так не ответил, к сожалению. То есть прошло уже полчаса, он единственный, кто забрал 30 гемов, но он просто не отвечает мне. Поэтому я решил отдать 30 гемов. Анонимус. Ребята, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк. Всем спасибо за просмотр и всем пока.